Ну что, ребятки, всем приветик, с вами Булкин, добро пожаловать на новенький скилл-тест в GTA 5 онлайн. И сегодня мы большой компанией собрались для того, чтобы потратить свои нервишки за счет того, что вы оцените этот видосик лайком и кайфанете. В общем, Макс, Кирвел, Кирилл и Оля. И Ярик, да. Всем привет! Ой, ну что, направо, это... О, блядь! Там направо же, направо, направо. Вы видели? Подожди, а что нужно сделать? Как здесь? А как... Ой-ой. Да кто? Подожди, а как уместить? Кто фиолетный? Yeah. Блять! Паскуда. Тихо, тихо. Кто? Че, фиолетовый? Ташининская. А, Ташини рвется вперед. Кстати, тихо. А че, кто цвета говна? Цвета говна. Я. Это, блядь, брусничка. Цвета говна? Так, тихо. Мы не жалеем, да, друг друга? Ой. Не, вообще. А как тут про... Что? Ташини. Спасибо. А как вы это... Ташини! Как это проехать? А, во, получилось. Просто как-то с разгона пробуем, Асюнь. Опа. Пока. А кто первый? Я пиццу поел. Я боржу, если я на этом застряну просто. Что, боржоми? Блядь! Я засейвил! Спасибо! Ты чё не делал? Тихо, блядь, ебать, он толстый! Ой-ой-ой-ой-ой. Чё ты делаешь? Тихо. А кто первый? Блядь, кто первый? Макс? Что за подлянки? Чё вы ничего не говорите? Ускорялка жесткая, да, срабатывает. Прям нехорошо реально. А, тут задом надо или что? Сталкивай, молодец. Ты дурак, ты и самый я. Я ничего. Ты задом надо или чё? Мы там с Ташини бодаемся. Да нет. Бля, жестко! Бля, я не могу достать, короче, прикиньте, халапенька осталась, бля, в зубах. Все, там у меня сзади два Кирилла, загадываю желание. Хочу, чтобы этот видос набрал 50 тысяч лайков. Понятно. Не сбудется, ну все, бля. Блин, нельзя же было слух говорить, ну вот. Ташини, не прости. Ты можешь себе по одному ехать? Как? Мы не придем. Так тут даже не по одному, тут вообще впритык. Тетенька, тетенька. Все, давай. Тетенька в тетеньку. Это не придем. Ну кто это? Вот сзади синенький. А зачем? Я не понимаю. Вот ждем. Тихо. Ну Ярик, ну ёбаный, ну что Ярик ты? Ярик скатился. Да не толкаемся, ну, с Ташини, блин! Тихо. Ташини, блин. Как это про... Тихо. Давай! Тихо, подожди, Кирилл, блядь! Ну ёбаный, вот в прошлой серии испортил настроение просто, и в этой тоже. Начинаю. Прошлый такое было. Прошлый пиздец заставил меня гланды порвать, бля, глотку. Ладно, есть вперед. Все, спасибо. А, да? Ну да. Что, ты мешал, да, мне? Нет. Блять, охуенно, да? Охуенно просто, чётенько главное, чётенько. Толкайте Ярика. Ярик вот тут прям не в тему смотрится. Как там засейвиться-то? Как проехать? Засейвиться там можно. Вот, братан. Тихо, подожди, не едь, стой. Подожди, мне надо разобраться. Оль, надо ехать, Оль. Блять, я не могу запрыгнуть. Сейчас, спасибо, что ждете. Саня! А! Да я застрял, блять! Ебаное колесо, бля, ебаное! О, залез! Все, на скорости еду. Не, бро, ну ты дурак, реально, ты реально дурак. Пизда. Помогите? Кто чем сможет? Помоги, Ташини, помоги. Ташини просто решил искупаться, блядь, пока сезончик нахуй уехал просто прямой. Нет. Макс есть. Бля! Ну. Ты чё? Чё за... Блядь! Ебать! Ты... Блядь! Да ладно! Ты не проехал? Почти. Ты не проехал? У меня есть идея. Ебать, охуя был. Бро, ты... О, А. О, А. Номера? Блаты? Бро на О, О, А. Регион какой? 95. Ой, хуй! 95. О, нихуя! Ебать! Макс, люблю тебя! Тихо. Что? Ты попал? Он мне помог! Кто? Иди туда! Да сука! Ну сука, реально! А что если сделать вот так вот? БЛЯТЬ! Ой! Да блин, Са! Я не могу, правда! Блин, прости! Это Саша! Вот она, пизда фиолетовая! Дайте я пройду, нормально, я понял прикол! Я тоже понял прикол! Смотри, берешь вот так вот! Берешь сначала укропу! Опа! Опа! Алло. Блин. Да блядь. А точно так же проходится? Ебать, пацаны, вот это хорошо. Какая-то подлянка есть. Что? Тут надо задом. Сами помогай. Нет. Задом? Не надо задом. Да, Макс, уйди. Так Кирилл. Бог. Блядь. Я разворот. Пизда. Кирилл. Ты не всем. Охуенно, блядь. Просто нахуй, блядь. Просто, блядь, заебись. Да говорю, сбоку там никак. Ты че? Задом? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Можешь задом, да. Ярик! Бля, это долго, реально, если мы так будем...
Ну что вы делаете, блядь? Я не знаю, да Кирилл, блядь, нахуя ты на это на скорости въехал, блядь? Ну ёбаный пиздец. Вот там я адекватный ответ жил. Блядь, да ёбаный в рот, ну... Кирилл, ты можешь не бежать? Подожди, пока все уедут. Ты мне прижак с ним. О, перепрыгнул. О, все, а ну-ка. Подожди, 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 надо это еще одно колесо. Сейчас, с разгончиком. Нет! Попробуй реально с разгона, типа. Блять, ебаный. Колесо вонючее, блять, запрыгни нахуй. Подожди, подожди, сейчас все будет. Во-во-во-во-во. Все, так, все, теперь момент истины. Жопы думаешь, да? Московские пробки. Блять, нет, хуйня. Хотя, да, хуйня, хуйня. Тут надо боком, скорее всего, проезжать, либо на скорости. Понимаешь? Ну, походу, да, он еще жопы, он морду. Да куда едь-то, блять, я-то что, не упал? А я не тебе, что ты хочешь? Блять, какой ты долгий, а? Пиздец, он не проезжает, там стоит хуйня какая-то ебливая. Блять, толкнул бы кто. У меня просто, блять, я нахуй мостом повис. Я прошел. Даже ничего такое. Пизда. Задом. Пизда! Тут скорость нужна, блять! Ну-ка. Бля, может надо. Подожди, стоп, у меня есть идея одна. Я, кажется, понял, блядь, то, чего мы не понимали до этого. Я понял, я понял прикол. По стороне типа ехать? Там торчит только слева, блядь, то, что мешает. Ага, чё? Объехал, типа, немного обхитрил систему, да? Стойте, подождите меня, сейчас. Ты объехал? Стой! Я падаю, падаю, падаю. Стой! Ты объехал? Да. Ладно. А я бы честно прошел, конечно. Я бы честно, конечно, прошел. Ты к чёрт туда едешь? Как ты прошел? С разгона прыгаешь в воду по чекпоинту. Да ты зачем? Ты... Вообще честно надо проходить. Блять. Честно проходить надо. Честно проходим! Да прохожу, что ты орешь, я посмотреть! Ты такой, нет, знаешь? Да. Нет, чё, как здесь что? Надо ехать? По правой стороне? Ну попробуй, смотри, слева там торчит. Не, ну, так сказать, девочкам можно, да, Кирилл? Не. Я застрял. Тут медленно надо, типа, ничего. Да ты... Блять, не, пошел нахер ты, все, я покажу по-нормальному. Чё-чё, как? Как? Я по-нормальному уже. Не, ты мне... Я же говорю, девочкам можно. Девочкам можно. А, Оля зачитерила? Угу. Нормально. Кошик. Ой. Пару слов, Макс. Об этом персонаже. Не буду, потом Ярику пикать надо будет. О, Ярик, вообще придёшь. Да. Прошёл? Да чё, напрыгали! Хорош. Кто прошёл? Ярик прошёл. Бургем, я ждал. Блять, ну нахуя ты лезешь, чё? По правой стороне? Адекватный, реально, да. По правой стороне и потом он тормозит. Давай, малыш, давай, держись! Да какой давай, он, блин, скинул всех. Всех скидывает нахер, он козёл. Правильно. Давай, Макс, едь, скидывай. Да подожди там... Даша, нет! Всё, я еду, блять. Пизда тебе. Кстати, ты понимаешь, что ты не проедешь? Почему? В любом случае. Проедет. Почему? Ты его! Да его, блядь, они могут. Сейчас, я развернусь. Макс. Ярик, я тебя сейчас это... Бро, мы вдвоем остались. Не надо, Макс, лишь. Ну ли... Да, ребята, не ожидал такое. Так, в смысле, не жалеем? Ярик, справа, быстрее, пока они не ехали. Справа, да. Блядь, что сделал? Я хотел... Подожди, мне... Не рассказывай никому, не надо. Есть прикол один. Я, кажется, знаю, как пройти. О, блядь. Я прошел уже. Ах ты, сука. Ты смотри на него. Я? Нормально. Ага. Не, я он всю серию, он прям с самого начала, уже 16 минут. А, блядь, мне в прошлой серии никто не мешал, да, блядь? Я такой, блядь... Ничего, оказывается. Ту-ту-ту-ту. А это сам нарезку пойдет. Тут я буду выглядеть такой, знаешь, типа никого не трогал? Нет. Бля, как заехать? Подожди. Ой, блядь. Держись. Нихуя ты. Не-не-не-не-не. Макс, ну блять, ну пиздец, ну там ты заебал. О, тихо. Да ну, я это... А что дальше-то, блядь? Стой. Блядь, она прыгает. Тихо. А я держусь. Наверное. Держись. Ты что сделал? А я гузанул. Ну да, мой. Вот Кирилл сказал. Не. Ах ты, бля, если бы... Это надолго, короче, ладно, через полчаса приду, там... Вы не заметите, что вы не можете... Мы можем! Они мешают. A few moments later. Пройду. Отвечаю, пройду. Это специально сделано так, блядь. Much later. Блядь, ладно, хорошо. Да нет! Ебать! Блядь. Это было жестко. Я же сказал, пройду. Они мешают, блядь. Это так проходится, если чё.
давай. В разные стороны. Да, блядь, зацеп бы поймать, нахуй. Один влево, второй правый. Один влево, второй правый. Я чуть не прошел. Так я говорю, дайте пройти нормальный здесь способ. Ну вы че? Эй, блядь, упал. Я взял. Че взял? В рот. Не, там возможно. Ярик, лови. Ловлю. Блядь, Ярик, нахуй ты встал там? Вот объясни. Нахуя ты пришел и стоишь там, блядь? Ярик, 50 рублей плачу за то, что если он долетит, ты его нахуй скидываешь. Хорошо, бро. Бро, договорились. Я тебе потом в рот скину, блядь! Он под водой может взяться. Он может подходить. Я ебал в рот, Ярик, реально, блядь. Нахуя ты встал, блядь? Ну если ты не можешь такие трюки делать, нахуя ты портишь другим жизнь, блядь? Ну иди ты оттуда нахуй! A few inches later. Как дела? Отстань, пожалуйста. Ура! Пока. Ура, блядь, наконец-то. Наконец-то. Три способа! Три способа прохождения! Три способа прохождения! Пока. Я сейчас проеду, как Кирилл, подождите. Ну давай. Ты куда поехал? А куда? Тошини, тошини. Го проедем как они. Проходим, нет? Да вы не пройдете так, это... Вы тебя ждали? А? А я стык сделаю. Пиздец, прохождение, да, ребятки, да. Но ничего, у меня зато своеобразное, понимаете, своеобразное, так сказать. Макс, это за твои предыдущие эти вот, понял? Ага. Букинг токсик. Да не, я добрый, я хороший. Просто... Это же токсик, абсолютно. Да почему токсик-то? Я шучу, блин, вы что, не юморец? Юмор не понимаю. Ярик, ты куда поехал? Да ладно, ну если кто обиделся, сорян. Алло. Я всю серию... Да алло, да... Да кто обиделся? Я шучу, ну чё вы? Кто я шучу. Нет, да давайте, ждем всех. Чё? Кто там? Ты не ждем. Не-не. Едьте, я всю серию буду эту хуйню проходить. Честно, я пройду это, блядь. Да не надо. Давай пройди на этот. Так. Давай, все, ждем, Макс, ну, тихо, ладно. Стоим. Тошини, все, стой. Короче, Макс сказал, чтобы мы ехали дальше. Мы тут немножко подождали, у него там какие-то трудности. Ну чё? Ой-ой-ой-ой, так, подожди. Бля. А, тут легко. Нормально. Ебать, что дальше будет? Все, теперь давайте там вообще никто никого не ждет нигде. Давай. Так, а что за хуйня? Подожди, что? А как? Ну, мне кажется, мы без Макса не справимся. Подожди, нужна помощь. Это как походить? Подожди, я пока не могу понять, что за хуйня. Может, прозрачная? Чего все молчат-то, я не понимаю? Я не знаю. Все загрустили из-за того, что мы Макса не дождались. Ну, блин, да. Мне тоже грустно, мы просто... Мне кажется, как-то вот это надо приехать. Как? Стену? А, ну, посередине? Задом, кстати, задом. Ну задом, нет, задом-то нам тоже цепляется. Давай развернемся. Дай уйди. Не, я думаю, вряд ли. Бля, что за хуйня? О, с разгона? Зачем ты это сделал? Зачем? Чё, я ничего не сделал. А дальше ты что сделал? Толкни. А дальше ты чё? Так я, ты с тобой не толкнул бы, я проехал бы. Ты думаешь? Конечно. Ой. Нихуя! Нихуя тут без толкучки-то, я хер знает как. Так ты... Спасибо. А больше разгона отни? Стой, ты шини. Не-не, это я. Бля, доска. Вы брутальный голос. Подожди, а дальше? Может, морды наоборот? Что? Иначе не получается. Я тоже не понимаю, как там. Там, по-моему, только то, что мы помогли друг другу. О, морды. Морды? Так, а дальше? Сэнкинги, блядь, ебашут. Опять жопой. А как ты мордой приехал? Не знаю. Ну-ка, пробуй. Оно вообще рандомно, он топ забирается куда-то, не забирается, не понимаю. Да. Блядь, тут, по-моему, надо по стенке я проехать, не... мне кажется. Чего? Не, сейчас, мне кажется, так же, как для этого. Мне кажется, нет. Ну давай ты пробуй так. Не едет меня. Так оттолкнуть, да. А дальше ты как в одиночку? Я прошел по нормальному способу. Хорош. Да. О, молодец. Ебач. Я тебя засейвил. Ну, а как? Подожди, что, блядь? А как в одиночку тут пройти? Мы сейчас взорвусь машину уже скоро. Не можешь наклонять машину. Ааа! Я понял. Блядь! Контрол. Че, догоню вас? Блядь! Ты пока не уедешь, я не пойду. Так толкни меня! Ага, не, хуй тебе. А Кирилл толкнул! Плохо ведешься, я не хочу. Чего? Я? Я своим способом прошел первый, и меня все обозли. Да и ладно, блядь, не надо. Да похуй вообще. А мы ждем, нет? Так, подожди, если это, то это получается... Я жду. Шифтом... Я у меня гравитация, блядь. Шифтом, может, контролом, наоборот? Да. Я забыл, что наконец надо жопу назад поднимать. О, хорошо. Подожди, а контрол... Мы едем. Да, я Кирилл едем, что не ждем. С контролом или с шифтом? А пиздец дальше? Пизда. Что? Как долететь? Что? Подожди, что?
Я не понимаю все равно. Там максимально разгон и там контрол. Жопы. Ой, ну после не панить. Блять, как попасть? Я попал первый раз как-то случайно. А дальше-то как, Кирилл, ты понимаешь? О! Так, Shift! Что? О! Ебать! А, нихуя! Пиздец, да? Блять, нас сейчас миллион. Макс, людей Макс, морды я... может, по идее. Опять там мешается. Я была. Я? Остановись. Да. Саш, ну я была в очереди. Да он заебал, реально. Я хоть посмотрю, что тут. Да что я заебал-то, блядь, а, нахуй! Что я сделал, блядь? Что я сделал, нахуй? Что я сделал, блядь? Что я прошел по-своему, блядь, первый, и на меня всем залупе почему-то, блядь, из-за этого, или что? Залупе? Я тебя вообще не трогал, блядь. Макс, а передано. Ага. Какого получше здесь пужи? Дай. Нет, блядь. Пужи. Там на максимально ровно. Да-да-да, подожди, дай я попробую сейчас всех. Да ебать меня в рот, блядь. Хуйня ебаная, блядь. А ты тут передом проехал? Нет. Там везде максимальный разгон, Макс. Можно передом, Макс. О! Да шини! Ааа! Блядь! Ебать, это надо ровно! Будь здоров. Вы что это было? Будь здоров. Оля, я перчи выбил? Да. О, это шини. Ты взял? Не, Рик. А, ты ну давай. Там надо ебать это. Это аж тамчик поинт! Я заебался. А тут если слетел, то отношение все уже, да? Да. Блять, это жесть. Ну и залупы. 45 минут. Но зато мы должны были когда-то столкнуться с чем-то сложным. Бля, Саня вообще поебать на всех просто абсолютно. Почему? Так я прозрачный. Я прозрачный, блять! Ты заебал на меня гнать нахуй! Чё за хуйня-то, я не понимаю, блять, пиздец, в прошлой серии меня не чморили, я нахуй заебись, блять, в этой серии нахуй опять виноват, блять, в чём-то. Я кого-то мешаю, блять, сейчас, нет? Ну и всё, ебальник на ноль, нахуй. Блять, ты-то прозрачный, ты ёбаный в рот. Да ну нахуй, я ебал в рот, такие скилл-тустики. Я даже не прыгнул ни разу, я не знаю, как это вообще. Нихуя себе Ярик там надрочился, блять. Ура, блять. Контрол, Саня, контрол. Ты мышку смел? Дайте Оле проехать! Мясо пизда. Нихуя непонятно вообще. Да чё? Что? Да, Макс. Ебать, вверх сложно ползти. Ползти. По-моему, это всё. Вам не кажется? Нет. Как объехать? Ты что тут делаешь? Блядь, дурак, ты нас зачем тут? Я исчез! Ой-ой-ой, сейчас, секунду. Всё, ушёл. Я в ком-то появился. Ну она в бок едет, ну нахуя, я же это вижу, блять. Я же вижу, что она едет в бок. Вышел? Чё? Не, это не пройду, это пиздец. Нервы просто, блять, нахуй идут. Но она неровно, блять, едет по этой хуете ебаной. Я вроде мало такие скилл-тесты, блять. Они ровно едет! Куда? Как тут приземлиться ровно, если они ровно едет, блядь! Стоишь, да я исчез, блядь! Ну это хуйня, блядь! Ну какая парковка? Он прилипает колесами, блядь, своими! Ну вот, смотри, блядь, ну ладно, я упал, но я проехал. Вот, еду прямо, смотри, не трогаю колеса. Ну, ты проехал, дурак! Стой. Что дальше? Блядь. Ой. Макс, тут есть. Да я не ебал, что дальше, блядь! Что дальше, блядь? Ебать, мы поехали. Тихо. Ну это самое хуёвое, что можно придумать. Вот это вот по этим писюлькам Макс кататься. Что? Оля ждет, пока мы проедем, мы дураки все, мы дураки, блядь, мы не можем это, блядь, блядь! Это пиздец, блядь! Это самое худшее из худших, из лучших, из худших, блядь, ебаных хунь, блядь, которые я видел, блядь! Да ты видишь, что нам дальше Макс делает? А вообще наверх надо подниматься, я ебал в рот такую систему! Не, пиздец. Это причем это неинтересно. Это неинтересно. Там попадают какие-то дырки или еще что-то. Это интересно. Здесь это просто кусок говна на испытании, блядь. Ну просто вот в чем прикол? Приземлись, блядь, на перила. Да я ебал в рот эти перила, блядь, и гусеницы, блядь, ебаные. Нет, я не знаю, это не для нас. Это для каких-то бывалых пацанов. Таких нервов я не тратил нигде, блядь. Тут-то хуйня еще. Мы на 10-м только. Че, Ярик? Можешь серию закончить, пожалуйста? Ты думаешь, что это все уже? Прям вообще? Да вы че рокните? Да это везде. Сколько? 33. А мы на 10-м. Не, ребят, сегодня мы замахнулись, короче, на слишком жесткое что-то. Это такая
нервохуятина, что я даже не знаю, с чем это сравнить. Это, вот, во-первых, мне лично этот прием вообще не интересен. Мне интереснее в дырочки попадать, там какой-то лаки хуйню делать. А вот это вот, блядь, дрочиться, чтобы этот Сэнкинг ебаный, блядь, выставился по рельсам, ну это пиздец. Но я не спорю, это сложно, мы не можем это пройти, это не оправдание. Но просто я говорю, что сам интерес, если бы это был какая, была какая-то дырочка, мы бы дрочились. Нет, это такая хуйня. Как, а здесь... как в прошлом. Ну типа да, там с лимузином было сложно, ну хотя это, конечно, так сложно не было еще у нас, но типа здесь просто дрочилово реально какое-то. Там хотя бы интересно было реально. Короче, ладно, в любом случае, здесь тоже были моменты. Ярик, ты, надеюсь, там это... Все шутки на всякий случай обозначим, потому что мы там это орали, но это все нормально. Это, что хотел сказать? Короче, лучше бы спуск пошли. Но иногда такое надо тоже пробовать, потому что мы... Ярик уже жопой хочет пройти. Да, я уже, блядь. Фух, короче, было потно, но зато интересный был первый чекпоинт. Блин, вообще в этой, конечно, я не знаю, тут вообще на сколько это минут все войдет. Но в итоге мы потратили час и... Кстати, самый прикол, когда Макс искал скилл-тест, говорит, ну там по-быстрому. А, да? Я вас не слышал. Ну подожди, стоп, я засейвился, ну-ка. Ну-ка, я что, проходил это? А как ты понял, что по-быстрому? Ну, ты же... Ну, я просто проскипал моменты, там вроде вот эти дорожки легко выглядят. Ну, ладно. В общем, друзья, вот такая вот серия, не это самое... Ну, не расстраивайтесь, мы в ближайшее время подготовим какой-нибудь спуск или какой-нибудь скилл-тест, так скажем, под наш уровень, потому что мы-то как бы это, немножечко неопытны. А, огромное спасибо всем за просмотр, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока!